«Человек важнее системы». С таким лозунгом партия «Справедливая Россия» идет на предстоящие выборы в Государственную Думу, в Государственный Совет Чувашии и муниципальные собрания депутатов. Партия определилась с кандидатами и программой, и она отвечает запросу общества на справедливость. Составлена с привлечением научного сообщества, экспертов и практиков, общественных деятелей, представителей бизнеса и промышленности. Были подготовлены вот эти программные положения. Там иногда может показаться, что она имеет определенные черты популизма. Могу вас уверить, что она просчитана, она научно обоснованная, продуманная и она справедлива. Более того, если она владеет массами и владеет властными умами, то это станет программа изменения жизни в нашей стране. Ключевой тезис – все для человека, все во имя человека. Добавлю, что справедливороссы планируют занять 15% депутатских кресел в законодательных органах власти всех уровней и стать второй по представительности партией после партии власти.